श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वित श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदित श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकुवश कृपा सिंधुवच पतिता पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवसच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरण धेयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपालभवाद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपोवधूषुभदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनैकपितरो कमलाशताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च तदासिनीतम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितबामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजविशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यश्च च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Рама Рама Хари. Джошо Прасанне Шакшат Бхагаван. Джошо Прасанне Бхагаван Гуна Майтра Диви Шаха Тасмай Наманти Бхутани Нимна Мапо Ибо Свайам. Гаурия Гостипати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Бхактивинода. Парамахамса Джагатгуру said that Гаудия Гоштипати Шишчала Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, если мы наслаждаемся милостью Гуру Вайшнавов, то, несомненно, вы наслаждаетесь милостью самого Бхагавана. И вот Гаудия Гоштипати Шишчала Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамахамса Джагатгуру сказал, если вы наслаждаетесь полной милостью Гуру Вайшнава, то будьте уверены, что вы обрели милость самого Бхагавана. Анантадев. Это, знаете, изначальная гуру-таттва, мы знаем об этом. Если мы будем видеть гуру везде, куда бы мы ни смотрели, если мы видим нашего гуру, то тогда будьте уверены, вы достигнете успеха в вашем баджане. Если не так, если если вы все же не видите Гуру и отвлекаетесь на различные материальные вещи, это, на внешние формы, то тогда вам нужно совершать баджан должным образом, чтобы осознать эту адвагьян-таттву. Чтобы осознать эту адвагьян-таттву, мы должны пытаться прилагать наши лучшие усилия, без не утвердившись в адвагьян-таттве. Никто не может проповедовать. И это наставление Бхагаватами Гурварги. Не утвердившись в адвагьян-таттве, мы не должны проповедовать. Это, в этом проблема. До сегодняшнего дня мы заняты внешними формами акара-крити, в то время как Шриман Махапрабху уже сказал, в картик врать я могу подробно об этом говорить. И вот Махапрабху говорит, и в другом месте Махапрабху тоже говорит, когда мы видим внешнюю форму, столь тоже змеи, мы пугаемся, змея. Шрила Прабхупад давал пример. Человек приходит с рынка ночью, вечером, скорее всего, идет по полю, видит змею, и вот испугался, и стоит другой, пришел с фонариком, что случилось, я хочу пройти, но змея тут. Где змея? И вот он.
говорит, о, это не змея, это веревка. И вот Махапрабху дал такой пример. И те, кто совершает харибаджан, особенно те, кто пытаются отреченному укладу жизни следовать, мало кто может, но все же. И вот с такой надеждой, с таким желанием я говорю. И вот Махапрабху дает такой пример, как змея. Форма змеи, она вас пугает. И также мы должны бояться всяких материальных вещей. Если вы хотите, вот Махараджа говорит для тех, кто в отреченном укладе жизни, должны следовать ему, просто носить одежду отреченных мало. Нужно еще от всего материального, как сказать, отделиться. И те, кто подлинные слуги гуру, они все почитаемы мною все время. Те, кто служит Гуру Падпадме, но те, кто служит Майе под именем Гуру Сева, почтением выражать я не могу. Ну, формально могу как-то, но не искренне. Но не то, что не искренне, а от всего сердца не могу. То есть можно думать, что Параматма, сфера душа в их сердце находится. Как Удава хотел, принес поклоны Дурьотхане, но не более того. Вишваруп, он Анантадев. Вишваруп не отличен от Нитянанды. И Бхагаван, когда бы он не принимал рождение, он отправляет Баладев Нитинанду, чтобы они сделали все предваряющие это вещи. И поэтому говорится то, что Вишару Бхагаван, он не отличен от Нитинанды. Он пришел, чтобы предваряющее все сделать перед явлением Гауранги Махапрабху. Это тоже указание, то, что Гауранга Махапрабху, Сваямруп Бхагаван сам, Сваямруп Бхагаван, это тоже указание. И поэтому, как Баладев пришел перед Бхагаваном Шри Кришной, чтобы все предваряющие вещи сделать. И вот есть эта шлока. И вот Вишваруп Бхагаван, он проявил лилу здесь, и все лилы странные, очень странные. И даже среди полубогов мы не можем найти. Если даже среди полубогов редко можно найти того, кто был бы подобен Вишварупе, настолько прекрасным. Вишваруп явил лилу саньяса в этот день. И перед этим он развивал непривязанность к материальным вещам.
Он ходил на собрание Адвайта Гасая, и он был восхищен в виде его отречения, которое было естественно. Те, кто совершает Харибаджан, для них развитие отреченности – это не какая-то гимнастика. Это автоматический фактор. Те, кто совершает Харибаджан, для них, будьте уверены, отреченность, она естественна. И то, что Нарада и Нарада провозгласил к этому жестокому охотнику. Это неудивительно, то, что человек, как ты, который занят Харибаджане, он вне всяких проблем. И те, кто заняты в Харибаджане, они не могут причинять боль никому, что говорить о том, чтобы жаловаться на кого-то. То есть они не причиняют боль никому, поскольку они заняты в Харибаджане. И они заняты в Адвайтантате. Если мы then I cannot have any complaint. Any complaint coming when real conception. You are inferior to me. You are fallen. I have done everything. This kind of real conception. I mean, he is surely not established in Abhyaganta. Если кто-то, у кого-то есть дуальная концепция, это признак того, что человек не утвердился в Адвайтантате. Глупый мир не может этого понять. И у многих нет даже такого, особенно у так называемых проповедников, нет никакого представления даже о основах баджана. Почему проповедники выступают против абсолютной истины? Это говорит о том, что у них есть дуальная концепция, боятся абсолютной истины и таким образом бестолковые проповедники. Так логически можно выявить их. То есть так, и вот таким образом, по причинам и следствиям, мы знаем, что когда кто-то занят в Харибаджане, его отреченность, она естественна, нет никакой фальши, это все естественно. И поэтому Саббама Бхатачарья написал в первой строке: кто написал Саббама? Шикшартумекам пурушо пурано,
I printed that 100 so long ago, 12, 14 years back. Vishwa. Jasya prasanna bhagavan guna maitra divishaha tasmai namanti bhutani nimnamapo ivosayam. Если Бхагаван доволен дживатмой, то автоматически позитивный мир тоже будет доволен и будет всячески помогать. Как вода, качество воды стечь сверху вниз, чтобы вода текла снизу вверх, никто не видел. В Расамрита Синдху говорится, Бхагасвами Пад хотел утвердить. Принанам Сарва Джагатам. Шрила Бхактипрамодпури Госвами Махараджа ничего не было. И Гопишадас Бхактипрамодпури Махараджа ничего не было. Ни сладости они не могли дать, ни ничего. Но почему люди чувствовали удовлетворение? Рупа Госвами Пад пишет в Расамрита Синдху. Мы не знаем причину, поскольку причина неизвестна нам. Почему люди чувствуют удовлетворение, когда они приходят к Вайшнаву, кланяются ему? И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, чистый вайшнава, они могут ответить на ваш вопрос или не могут, но все же, находясь рядом с вайшнавом, вы очиститесь, обретете какую-то силу, какое-то как магнитное поле от него исходит, какое-то сияние. И оно влияет на тех, кто рядом. И поэтому даже если вайшнав не говорит харикатху, как люди к Шриле Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа приходили во время его болезни, или к Сиддхартхе Госвами Махараджа, это единственная причина, чтобы очиститься благодаря их даршану. Даже если они не говорят харикатху, то саду с идеальным характером. Они настолько могущественны, что даже если они не просто присутствуют на собрании, их присутствие может оказать большое влияние на сердца тех, кто там присутствует. В этом их сила. Мы не знаем, кто такие гуру вайшнавы. Вайшнавы, они более значимы, чем Бхагаван для нас, поскольку Бхагаван не может дать самого себя, а вайшнавы могут. И вот сегодня Вишваруп принял саньясу. Он Анантадев, это признается, когда Нитянанда явился на основе Гуралилы, то сразу Вишваруп покинул этот мир. Вишваруп и Нитянанда, они не отличны друг от друга. И Нитянанда, он носит синие одежды. Когда он начал синие одежды носить, перед этим никогда не носил, была в Адхут Саньяси. После этого предсказание было,
что ты Анантадев Баларам, поэтому можешь носить синие одежды. Его синий цвет это показывает на гуру Анантадева, на бесконечность. Поэтому это говорит о том, что мы должны следовать чистым гуру Вайшнавам, иначе мы не сможем увидеть Джаганатха. Если вы не сможете увидеть гуру Вайшнавов, то вы не сможете видеть гуру Вайшнавов. Синий цвет, он олицетворяет, значит то, что означает бесконечность. И если вы заняты каким-то ложным эго, почетом, дешевой славой, то тогда ничего не получится. Иначе нам нужно жить простой жизнью. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был настолько прост, что даже с ребенком его нельзя сравнить. И вот дживатма, то есть даже с ребенком его не оскорбительно сравнивать, он был настолько чистый, вайшнавское качество, как простота, смирение, милость, доброжелательность, любые качества вайшнава не могут быть сравнены с людьми на материальном уровне, но имеющие эти качества. И вот мы не можем сравнить трансцендентные качества вайшнава с материальным человеком, у которого похожие качества. Не так. И вот мы Гауди, Вишварупан Нитянанда, Вишварупан Гуру Татва. Раньше я вот раньше я в Читрамасе не брился, не стриг ногти все 4 месяца, а потом по совету Гурварги сказали, что можно, но традиция такая есть в Вишварупмахотсе, то в 4 месяца не стричься, не бриться, но ногти не стричь неудобно, особенно если люди что-то делают, кроме того, как четыре месяца соблюдают. Поэтому вот вишвамахотцев, как правило, бреются и стригут ногти через 2 месяца после начала этой читамаси. Ну, это для этих, внешнее отречение, для тех, кто в отреченном укладе жизни. Но опять же, мы должны помнить, что сева, она более важна, чем внешнее отречение. От вайраги, от отречения тоже нужно отречься. Мы под руководством Вришабану Дейта Даса Шрилы Прабхупады, под руководством Радхарани. И вот люди говорят, вы как материалисты. So,
И вот любое количество отречения, оно бесполезно. И вот так, один так называемый Бабаджи хотел показать, что я больше, чем Гуру Кишвадас Бабаджи Махарадж. Люди говорили, что он отреченный, а тот хотел показать, был, что он более отреченный, что даже тот пьет воду из кокоса, а я из черепа, то есть я более отреченный. Ну, такие люди тут живут, местные. И потом он попал куда-то. Те, кто выступает против чистой Гуру Вайшнава, и я не только Нитянанда, и те, кто выступает против чистой Гуру Вайшнава, так или иначе, они могут обрести, пропадут с пути баджана, куда-то денутся. И вот сегодня Вишвараупа Каури, праздник Вишварупа, день принятия саньясы им, и пурнима началась вчера, И таким образом Вишварупа Махотсав сегодня, и особо Чайтанья Бхагавата, внутри Чайтанья Бхагавата мы можем видеть особую славу Нитянанды. Он сам сказал, в процессе прославления Нитянанды Баларама, я так много этих написал, много написал, если эта книга будет очень толстая, то не все смогут читать, и поэтому по вдохновению Вриндаванадас Тхакура Махараджа остальное дописал Кришнадас Кавирадж Госвами. И в этом сокровенный Сиддханта. Кто-то жалуется, почему Мадхвачарья не поставляет Расалилу. Я уже сказал, то, что Мадхвачарья, он был, получил наставление от Бхагавана, что ты можешь идти проповедовать Дасе. Ты можешь видеть гармонию в жизни Мадхвачарьи. Может, у вас нет информации. Мадхвачарья, он поклонялся Шри Рамачандре и Гопалу. Не все знают об этом. И вот те же самые, именно те божества, которые поклонился Дашарат Махарадж Рамачандра. Рамачандра отец, он получил, поскольку он был хануманом. В предыдущем рождении он был хануманом. И после этого Двапара-югу он стал Бхима-сыном. И вот вы спросили, почему не поклоняется Гуранге, а Рамачандре, тот сказал, что это мы поклоняем Господь, я не могу по-другому. Кто-то говорит, что если мы Мадва Гауди Сампрадая, как сказала наша Гурварга, то как сказать,
сказали, поскольку у Рамачандры нет, у Мадхвачарья нет комментариев на Расалилу и многого другого, но я дал ответ в книге про Мадхвачарью. Вот Мадхвачарья был наставлен Верховным Господом, что ему нужно делать все до этого определенного уровня, потом кто-то еще придет и продолжит. И вот поэтому он сделал так, как ему сказал Верховный Господь, до определенного уровня, и все. Как Вридава Дастаку Махашой, иначе он олицетворение Вьясадева. Как возможно, что Вьясадева не может написать все? Почему он написал половину или около того и остановился? И потом Кришнадас Кавач Госвами непрерывно молился о прощении, что я пытаюсь закончить эту книгу, которая очень сложна для меня. Пожалуйста, прости меня по указанию Гуру Вайшнавов, я должен делать так. И вот так или иначе, будьте уверены, я переживаю остатки пищи, оставленные читания Лила Вьяса и Вриндаван Дасом. И вот я, по его милости, если что-то появится в моем сердце, проявится Лила Гуранги, то я опишу ее. И вот какие-то преданные, они задали мне вопрос, почему я не прославляю чего-то гуру. Я ответил, что я по указанию Гуру Махараджа, Гуру Варги, следую пути Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, и Гурупад Падма сказал, этого достаточно. Если я буду говорить о Шриле Прабхупаде, то это значит, что ты говоришь обо мне. Гурудев сказал так открыто, если ты служишь Прабхупаде, будь уверен, что ты служишь мне. И, вот он, и поэтому Гуру Махарадж не сказал это лично. Я вам сказал, если служишь Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, то служишь мне. Или Шридхардева Госвами Махараджа, и поэтому он никогда не думал, что он отличен от них. И поэтому я также никому не говорю, почему они не слушают мою харикатху. Это их привилегия, хотят слушают, хотят не слушают. И таким образом читание Бхагаватам — это прославление Нитянанды Прабху таким большим образом. И Махапрабху тоже там прославляется. In glorifying Nityananda, so so completely Gauranga Leela I couldn't speak anyway. So after that, he took responsibility. That's why Madhvacharya also left this thing. All devotees are coming, they can do. So it's not the question of any criticism. This way. So, last time when I discussed, вот, I told.
последний раз, когда я говорил о читании Бхагавати, мы остановились на том, что Нитьянанда Баларам. И вот объясняю шлоку. Брахма, Шанкар, Брахма, Шанка, Варун, Индра. They're watching. Они смотрят. There is some sort of practical competition going on. Что происходит, про трансцендентное соревнование. Между Рамой, Баларамой и Кришной. Поскольку бесчисленная слава Кришны день за днем увеличивается, и Баларам Нитьянанда Ананда их не могут найти конца, поскольку слава Кришны увеличивается, и слава Баларама она тоже увеличивается, она бесконечна. Брахма, Шанкар, Варун, они смотрят с великим удивлением. To cross over the ocean, infinity ocean of glories of Krishna. Balaram himself is Ananta, is going to cross over the but still, the more he is going far, the more he finds the end point is still more. The same thing our Krishnadas Kaviraj Goswami told. И Кришнадас сказал то же самое, что между Кришной и Гопи соревнования. Когда они видят Кришну, они становятся счастливы. Видя счастье Кришны, они становятся еще более счастливы. Когда гопи становится счастлив, то Кришна становится еще более счастлив. И так далее. Я знаю, не все могут поверить с материальной концепцией жизни. Мы не можем понять это. With some finite conception, so anything related to infinite cannot realize that is the main point. But in Chaitanya Charitamrita говорится, there is competition. It is the same in Chaitanya Charitamrita. There is no end point. Говорится, что нет конца этому, хотя Кришна и Гопи не соревнуются друг с другом, но это все бесконечно. For serving Krishna in prison. And here Krishna also. Итак, Кришна счастлив, когда служит Радхарани, и Радхарани счастлив, когда служит ему, их счастье увеличивается, как вот на Бенгале говорится. Я не знаю. И гопи тоже не знают. Behind us.
что это за неизвестная сила за нами, чтобы что это за радость, которая постоянно увеличивается. Гопи спрашивает Кришну, что ты Верховный Господь, почему не знаешь, почему наше счастье увеличивается. Кришна говорит, сейчас я не Кришна, а обычный человек, поэтому не знаю. Поскольку если он будет вести себя как Верховный Господь, то эта сладость Мадхурья Лила, она пропадет. И поэтому говорит, что не знает. I cannot see anything, I'm blind. And Radhana speaking, my sense organ, my mind, everything stolen by Krishna. To whom to believe? To Krishna or to Radhana? Mm-hmm. Both okay. So this is the thing. This is the explanation of this. So, Brahma, Muni, they are watching with grace. Brahma, Muni, они смотрят. И Анантадев, он прославляет всех своим бесчисленным количеством уст. Гаян гунану дасу сатанану ади девах шешо адунапи шамабашати нашопар. How nice look at this. So this is competition going on. И вот соревнование как проходит. Nobody can understand how this kind of competition going on. Adidev, Shesh, Nag, he also cannot get any endpoint of that. Даже Адидев Шешнаг тоже не может увидеть никакого конца этому. They don't know. This way. И таким образом Нарада, он может ходить везде. И вот он часто посещает собрание Брамы и со своим музыкальным инструментом. This kind of glorification. If Brahma, our Brahma, assembly of Brahma. И вот на собрании Брамы Нарада пришел и говорит, он просто. Эй гун гаен турумб винашане, Брахма дививхал эй жасер савне, Брахма and other dignity and all. Брахма и другие участники этого уважаемого собрания, они были удивлены тем, как Нарада прославляет Верховного Господа. Брахма растерялся, даже слыша эту славу Анантадева. И Нарада, он But we are just opposite.
И вот Брама был восхищен, как народы прославляют Бхагавана. Сейчас, к сожалению, наоборот происходит. Те, кто прославляют Верховного Господа, им всячески мешают, особенно всяких собраниях, так называемых религиозных собраниях. И вот, слушая его славу, народа стал таким поклоняемым по всему миру. И вот сейчас Вриндаван Дас Тхакур Махараджа говорит, я хочу сказать нечто о Анантадеве, о Нитьянанде. Я немного расскажу о бесконечной славе Нитьянанды. И вот я прошу вас увеличить вашу любовь и стремление к лотосным стопам Нитьянанды. И Вриндаван Дас Тхакур Махарадж, он открыто провозгласил. И вот те, кто хотят пересечь этот материальный океан самсары, им рекомендуется поклоняться Нитьянанде Прабху. И после этого Вриндаван Дас Тхакур Махарадж говорит, это мое единственное желание в моей жизни. Бхагаван, благослови меня, чтобы смог поклоняться Баларама Нитьянанду все оставшиеся жизни. И также наш Бхактина Такур молится лотосным стопам Йогамая. И какова его молитва? Каждую часть секунды я хочу увеличить мою веру и любовь к лотосным стопам подлинных гуру вайшнав. Вот я прошу всех не считать меня своим врагом, я ваш друг, могу поклясться на Шарограмме. Смотрите, те, кто дурачит вас, они ваши враги. И вот это мое единственное желание внутри меня, то, что я хочу обрести возможность служить Баларама Нитьянанде.
Для брахмана мы иногда можем сказать «Виджа», иногда можем сказать «Браман», иногда «Випра» — то же самое. Но разные имена. Как солнце можно Митрой назвать, или Динамани, или Сувита, Сурья. То, что название солнца, как вот эти все синонимы Брахмана, не Брахмана означают, и также Нитянанда, Анантадева, Баладев, они все указывают на Нитянанду. И этот Нитянанда Баларам, он оставил меня, однажды явился ко мне во сне и сказал, Antaryami Nityananda Bharila Kautuke Chaitanya Charita Kichu Likhite Pustake. You like one, you write one book to glorify Sri Krishna Chaitanya. That's why I am taking that. Otherwise, I have no elasticity to do so. So, this is the evidence that if at all I am speaking Harikatha, вот это свидетельство того, что если я говорю Харикатху, пишу что-то под руководством Гурварги, то весь мир будет выступать против. Но несмотря на то, что не против, как-то помешать и наказать меня не смогут. That's why Vrindavan Das Chakma is speaking Chaitanya Charita Spure Jahar Kipai Chaser Bhandar Vaishe Sheshar Yuhai. By the mercy of Anantadeva Balarama, я могу прославить Верховного Господа. И по милости Нитянанда различные милость, свет милости может прийти и осветить мое сердце, чтобы увидеть что и что. И также я начал писать протестные статьи. Даже бумаги не было, но по дороге с Калькутты в Новодвипу, по дороге я остановился в Сарапуле. Там баджан кутира Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа. И вот там этого не было настоятеля. Когда он вернется, неизвестно. И вот я сел там за столом сломанным. Была какая-то бумага, там вот я взял ее и помолился Гурум Деву. Ваман Махараджу из Кеши Махараджу Ганге. Там рядом Ганга была. И это была первая протестная там, записка. Но с тех пор по указанию Гуру Вайшнавов я пишу Сиданту. И до сегодняшнего дня все же какие-то глупые люди
выступают против Шрилы Прабхупады, и я хочу спросить их, кто они есть. Пускай идентифицируют себя. Есть у меня ответ для них, но надо кому-то адресовать, узнать, они Гауди, Вайшнавы или вообще непреданные какие-то люди с улицы. Поэтому сначала нужно спросить, кто они такие вообще, и потом, в соответствии с их положением, отвечать. И вот. So, Chaitanya Charit, at all, if I like to glorify Chaitanya Mahaprabhu, I must take center on Tarasena and Thanda, without which nobody can get any light of Kripa to write about Mitha. Hey, Gauranga. Chaitanya Charit Spure Jahar Kipar, Kipar Joshua Raja Vishin Sesele. All the infinity jasa purification is stored inside Nityananda Prabhu. Без милости Нитянанды нельзя написать, прославить Гуранга. И вот Гуру иногда шутя говорит, что Адвайта Гасая, он Бандари, моя пожилая бабушка, не знаю, почему она шутила со мной. Now you see, so Jashomai Vigraha Ananto Gainu Tar Kichu Pad Padmo Dhamma. Нитянанда Баларам, он Бандари Гаура Лила, но тот, кто раздает милость. И вот будьте уверены, Вриндаванда Стаго Махаши, он провозгласил, что по милости преданных Нитинанды Гуранге Читая Чандра, по милости преданных Гуранге Махапрабху, можно обрести возможность прославить его. Если мы бросим вызов, то это будет бесполезно на пути к абсолютной истине. Мы знаем об этом. Я говорил в Скандха Упанишад, в случае с Варуной и Индрой. Их они пытались выяснить, бросить вызов Брахме, выяснить, кто он такой, и ничего не получилось. И вот это сокровенная суть Вед. Если мы внешне изучаем Веды, то можно найти много вещей. Но имя Кришны там открыто, или читание открыто не говорится. Хотя, если мы не слепы, то можем найти, если у нас есть милость всего. И вот так много свидетельств из Веды, Веданты, Упанишад я могу дать. Но книга станет очень толстая. Откуда? Читание Гайтри, Гол Гайтри. Я дал ссылки. Иногда я чувствую себя неудобно. Почему нахожусь в такой ситуации? Хотел повторять Харинам, но сейчас моя обязанность отвечать на все вопросы, и вот это секрет секретов. В Ведах мы не можем найти это открыто.
likhi ja sunyachi bhakto sthani. I am taking the audacity, expressing audacity to write whatever he heard from pure devotees. Я пишу то, что слышал от чистых преданных. I cannot find any starting point and end. Не могу найти ни начала, ни конца. И вот в соответствии с вдохновением Анантадева я пишу, как those who are, you know, puppet on a chain or then unknown force, you cannot see some black thread or hair bomb. Как можно видеть какие-то куклы, которые танцуют, и когда их дергают за веревочки? How the puppet dancing, fighting with each other? We used to see. Now advanced technology. All wires are from the bar, mobile. Our time was very good, but that time they are handsome, they are little thing. How is possible? Now, сейчас дети с рождения в телефонах сидят, но в наше время было лучше, было время, возможность задуматься о вещах, которые происходят. И вот, я молюсь лотосным стопам всех гуру вайшнав, чтобы я не развил никакого оскорбительного настроения в их адрес. Вот 87-ю шлоку мы обсудили, отделили первую часть. С 72-й до 87-й шлоки. Чайтанья Бхагават, first chapter. Follow. So, I will have to explain the sloka I started with. Still, next time I can speak, give example from Upanishad also. Шлоку первую я попозже объясню, как мы любим друг друга, как эта привязанность, откуда возникает, как она контролируется, как все происходит. Мы должны быть искренне серьезны в своем баджане. Сиддханта Сарасвати Виджаяте Гаурия Гоштхипати.